Новогодний марафон по всей стране продолжает акция «Наши дети». Более 450 мальчиков и девочек со всей Брестской области сегодня стали участниками яркого новогоднего праздника. Путевку на губернаторскую елку ребята получили за достижения в учебе и спорте, а также дети из многодетных, приемных и опекунских семей. Я вокалистка, и за свои заслуги я приехала сюда. Мне кажется, детям всегда надо устраивать праздник, какой бы возраст у них не был. Меня пригласили за спортивные достижения. Я занимаюсь туризмом. Я победительница районных, областных, республиканских соревнований. Мне очень приятно, что приглашают сюда многих детей. То, что они дарят подарки, то, что дарят радость детям. Во время акции «Наши дети» в регионе подарки и сюрпризы подготовлены для более 200 000 ребят.